Рабочее утро заведующей Анны Яшковой начинается в 8 часов. Быть врачом она хотела с детства, работой довольна, даже несмотря на то, что сейчас ее прибавилось. Каждый день в инфекционное отделение Арзамасской городской больницы госпитализируют несколько человек с коронавирусной инфекцией. Мы видим результаты снимков КТ органов грудной клетки. Мы видим динамику, резкое ухудшение у пациентов. Если они находятся на амбулаторном лечении, к нам приезжают, они уже в средней степени тяжести или в тяжелой. Много пациентов из соседнего Дивеева. Там карантин. А среди заболевших есть и насильницы Серафима Дивеевского монастыря. Сюда поступают пациенты из 5 районов области. С каждым днем их становится больше. Но врач уверен, нет такой инфекции, которую нельзя было бы победить. Динамика по пациентам положительная. Сегодня мы выписали вторую пациентку с COVID-19 с выздоровлением, полным выздоровлением. С отрицательными результатами на ковид и с положительной рентген-динамикой. То есть она полностью выздоровевшая поехала домой к себе в Ардатов. В редких перерывах между работой врачи успевают пообщаться по телефону с близкими, которых давно не видели. Родные стали звонить и поддерживать чаще. А рядом со зданием больницы стали появляться вот такие трогательные надписи. Дарья Кульбакина, «Время новостей».